Уважаемые коллеги, друзья, на самом деле для меня великая честь стоять здесь и благодарить вас и педагогический состав университета за все то, что мы прошли все вместе с вами. Прежде всего, я хочу поблагодарить создателей, тех людей, которые стояли у истоков, которым пришла в голову вот эта инновационная идея создать инновационный менеджмент. Это Владимира Владимировича и Александра Александровича. Я прошу им аплодисменты. Также хочу поблагодарить тех людей, которые ежедневно, ну, для заочников каждый месяц, насыщали эту программу смыслами, значением, знаниями для нас. Это те преподаватели, которые трудились с нами, давали нам знания, спрашивали нас, за что им огромное спасибо. Это и Светлана Николаевна Петухова, и Наталья Владимировна Апанасович. И, конечно, самая строгая, но справедливая Оксана Сергеевна Именчик. Спасибо вам большое. Здесь при этом нельзя забыть нашу маму, нашу вторую маму, которая была нам всем помощью, по нашим всем вопросам. Она мимолетно, мгновенно давала нам все ответы, разъяснения. Можно завидовать ее терпению, ее выдержке при работе с нами, ее огромному усердию. Спасибо вам большое, Елена Гарольдовна. Ну и, конечно же, нам не стоит забывать тех людей, которые были нашими научными руководителями. Это те люди, которые правили наши нескладные на начальных этапах диссертации. Они делали лучше не только наши диссертации, но и наши проекты. Они выстраивали наше сознание. Они его формировали и помогали нам не только в работе, но и в формировании системного мышления. И на правах, коль мне позволили выступить, я хочу поблагодарить своего научного руководителя Светлану Николаевну Петухову. Спасибо вам большое. Это цветы для вас. Спасибо. Подводя итог своему выступлению, я хочу сказать, что грустно. Грустно, что этот этап жизни у нас заканчивается. Это отношения в коллективе, отношения с преподавателями. Он заканчивается, но мы не говорим «прощайте», мы говорим «до свидания», чтобы продолжить наше общение на другом уровне, уже партнерском. Спасибо вам большое.